дорогие друзья, сегодня 11 октября. Мы совместно с исполняющим главой администрации села Самур и совместно с депутатами сельского собрания села Самур посетили место работы по забору Самур-Дербент и хотели просмотреть ход выполнения поручений президента по мониторингу водозабора. И, однако, видя, что тут происходит, по мониторингу фактически никакой работы не производится. Продолжается незаконное строительство водозабора. Узнаю, что сегодня мы посетим это место, ни один из руководителей данного участка не присутствует и не желает. Ждут, когда мы уйдем и продолжат данное незаконное строительство. Сами смотрите, что тут творится. Никакого мониторинга нет, просто проводит. Фактически работ по мониторингу и не собираются они производить, да. Потому что до сих пор они не заключили субподрядный договор с этому по бурению. Бурение должно произойти за 100 метров, глубиной 100 метров, свыше. А они стараются, смотря данный пункт, здесь трубы соединит с существующими трубами глубиной 40 метров. Это значит, что они будут забирать у нас грунтовую воду. Однако руководители всех рангов игнорируют поручение президента по мониторингу. Делаем вывод, смотря данный пункт. И никаких документов не предоставляют, никаких встреч не организуют с народом. Поэтому народ возмущен. Поэтому мы обращаемся от имени народа, от администрации, от сельского собрания, президенту Республики Дагестан и президенту Российской Федерации приостановить все работы, все незаконные строительства данного по водозабору Самур-Дербент. Ждем ваших активных участий, ваших вмешательств